в субботу. В нашей следующей передаче мы поговорим о программе «Аполлон» и узнаем, почему стенки лунного отсека были такими тонкими, что их могла бы повредить даже случайно упавшая отвертка. Почему именно Нилу Армстронгу было доверено командовать кораблем «Аполлон-11»? Чьи следы остались на пыльных тропинках далеких планет? И как долго Луна будет их хранить? Что означал успех экспедиции «Аполлона-11» в космической гонке сверхдержав и чем окончилась советская попытка оказаться на Луне раньше американцев? Американский ликбез. В субботу в 7 вечера на RTVI.